Юные ленинцы, к борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы! Всегда готов! Неизменными атрибутами пионерии были красный галстук треугольный. Еще одним главным символом пионерии был значок «Всегда готов». А самые активные ребята удостаивались играть на горне и барабане. Причем достаточно сильно поздно. И пионерия, она уже вся в РДШ. Мне кажется, он такой какой-то обычный был. Еще когда я была пионером, такого не было. А 19 мая, в День пионерии, все вот эти ребята, которые уже стали пионерами, которые вступили в ряды своей пионерской организации, они вступают уже в союз «Сияющие звезды».